Всем привет, это установочный центр PC-Auto. Сегодня у нас Volvo XC90, дизельный, жирный аппарат, с кнопками на руле, с типа премиум системой, с мертвыми зонами, с пультами управления задних пассажиров, с динамиками в задних ремнях безопасности. Короче, по полному фаршу. Была установлена сюда магнитола на андроиде, металлический корпус, две USB-шки в бардачке. Это надстройка над обычной магнитолой, то есть мы выбираем режим AUX, и у нас играет оттуда звук и видео. Работает Яндекс.Навигатор. Мы сейчас далеко отъехали, Wi-Fi сейчас не работает. Но он работает, я вот так скажу. Была установлена камера заднего вида. Как видим, при втыкании задней у нас показаны парктроники задние, они работают. Работают линии поворотные, они что-то поворачивают куда-то. Вот, ну и виден бампер, вот он, кусок бампера одного, кусок бампера другого. Камера работает по красоте. Соответственно, будет видно МКАД из нее. Это мы потом покажем. Выключили, камера выключается. Яндекс.Навигатор работает. Магнитола крепится жестко, никуда она не дергается, не двигается, корпус металл, кнопочки тише, громче можно сделать. Вот. Покажи, как сзади выглядит. Выглядит хорошо. Что еще сказать? 2 гига оперативной памяти, 4-ядерный процессор, IPS на экран. Не, сколько он дюймов? Наверное, 10. Ну, не знаю. Короче, нормальный аппарат, хорошо работает. Они, по-моему, 8,8. По-моему, 8,8. Значит, так как это магнитола надстройка, она, значит, ни громкость, ни вперед-назад, ничего это не регулируется. Да? Все это происходит в магнитоле. Также здесь присутствует громкая связь. Да, кому интересно? С такой какой-то крутилкой, не знаю, что она делает, но такая штука. Как ты достал-то? А я сам достал ее только что. На магните. Короче, прикольная штука. Все эти кармашки, все работает, все прекрасно. Обращайтесь, у нас можно купить магнитолу, у нас можно ее установить, у нас можно попросить приехать потыкать под пальцем, да? Подключим на стенде. Нравится, не нравится. Такой вот девайс, все быстро ездит у него. Всякие эти, громкая связь работает, мы уже проверяли, да, тут подключено к моему айфону. Различные фоны можно делать, удержали обои, живые, неживые, какие хотите. Часики показывают правильно, неправильно. Настройки, даты и время, часовой пояс выбираем руками, плюс 3. Значит, по времени установки это порядка 3 часов занимает, в вашем присутствии все это делается. Да, теперь 13:20, нормально часики показывают. Вот так. Все, это был установочный центр PC-Auto, обращайтесь.